Сзади, сверху. Сзади горит. Да. Ну все, можно ехать, да? Посмотрел, в зеркало никого нет. Первая передача включена, ручник отпущен. Не глохнем. Вот ты так тут вылез. Ты, наверное, сейчас поедешь. Вот это я, наверное, зря включил вторую. А может, и не зря? Не зря. Пешеходы. Вот здесь опасный пешеход. Переход. Да, надо проскочить. Снегири мешают, движение задерживает. Ага. Вторая передача, нормально, едем. Едем. Выбираем место для остановки. Я понял, понял. Да, заезжаешь, и машина прямо. Выравниваешь. Все. Не все, вот. Теперь все. Место для остановки выбрали, остановились. Мы сегодня это будем отрабатывать. Мы будем еще отрабатывать эти развороты. Все будем делать. Угу. Продолжаем движение. Продолжаем движение. Отлично. Сцепление. Тормоз чуть прижал, поэтому можно отпустить. Ручник. Первая передача. Поворотник. Посмотрел, вроде никого. Точно никого. Сцепление чуть отпускаем. И поехали, поехали, поехали. Сцепление отпускаем полностью, разгоняемся, вторая передача, едем дальше. Мы едем по главной дороге, парк ветеранов слева от нас. Пешеход, ну что-то он идет, непонятно, не, он не пешеход, он просто так. Поэтому мы едем побыстрее, проезжаем перекресточек. Смотрим в зеркало, так, попробую я. Люк правильно проехать. Ограничение 40. У меня 30. Нормально. Так, ограничение 30. У меня меньше 30. Нормально. Тут должен быть лежачий полицейский, но его нет. Ограничение 30 действует до следующего перекрестка. Вот мне еще не путать бы перекрестки. Это перекресток, да? И прилегающую территорию. Да, так бывает. Но у нас сразу за следующим перекрестком опять ограничение 30-ка. Пешеходы, я торможу, я их увидел. Надеюсь, мой... Так, остановились? Первая передача. Вот это правило должно быть. Пешеходов нет, еду дальше. Я когда сам себе говорю... Говори, говори. Ты знаешь, мне так легче. Ну что, едем второй... Я только за... 20-ку. Я хоть твои мысли знаю. Да, да, да. 20-ка у нас держим. 30-ку здесь нельзя выше давать. Ну вот у нас сейчас будет перекресток. У нас, значит, мы едем. Так, главная дорога у нас здесь сейчас заканчивается. Мы едем. Чуть правее, держись. Мы едем прямо? Да, команды нет. Команды нет, едем прямо. Вот здесь ребята опасные по. Этот, тут надо, были бы пешеходы, я бы сейчас здесь остановился, а пешеходов нет, я подъезжаю. Ты скорость сбавил, чтобы... Я вроде... Ты видишь, вот там слева? Приезжай, перекресток, приезжай. Приезжай, стоп, 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 стоп. Идем, мужичка. Не, мужичка, мужичка не заметил. Ты пропускаешь пешехода, стоя перед пешеходом, а не на середине перекрестка. Важный момент. И быстрее убираем машину с перекрестка. Угу. Давай, давай, побыстрее. Помни, что всем нужно успеть приехать. Так, это у нас главная дорога. Да, пешеходик этого, вот я дядечку не заметил. Его было видно, он слева уже там, уже бежал, еще не даже. Еще не добежал до пешеходного, но его видно было. Пошире смотри глазами. Ясно. На ближайшем перекрестке направо, на следующем перекрестке направо. Понял. Направо можно прижаться. И получаешь 300 баллов. Не включил поворотник. Конечно. При перестроении. Конечно. Понятно. Ну дальше косяков не делай. Зачем на первую?
Это твой. Да, я вижу. И сразу от знака до знака поглядывай пешеходов. Угу. Вон еще идет женщина. Ты еще налево посмотри. И на слева идут от знака до знака. Такая неуставная команда. Давайте смотреть налево. Ну все, едем. Здесь я помню, значит, мы занимаем самый этот ряд, потом быстро зеркало переключаемся. Не успеваешь зеркало смотреть. Да, не успеваю. Задание помнишь такое было? Нет. На этом перекрестке налево, на следующем тоже налево. Такое двойное задание. Дается специально, чтобы ты правильно рассчитал. Подожди, мы сейчас направо повернули. Направо, направо, да. Mm-hmm. Направо и направо на следующий. Старайся перестроение делать с ускорением. Так, еще один пешеходный переход. Здесь никого нет. Так, там у нас светофор. Сейчас, наверное, будем делать полную остановку. У меня так-то первая включена. Тут много перестроений, поэтому я пока на первой. Ну, я буду, наверное, на первой стоять, ждать, включив поворотник. Справа, близко не прижимайся. Угу. Поворотник включен, первая включена. Стоим на тормозе. Немножко зацепляешь левую полосу. Чуть-чуть поближе. Вторая. Впереди светофор, и мы, по-моему, не успеваем проехать. Надо все равно будет делать полную остановку. Начинаем тормозить. Пока не травочку включу. Но уже сейчас скоро будет у нас. Включаю первую. И без. Давай, без глохания. Глохание, его слово придумал. Вторая. Так, сейчас будут два лежачих полицейских, перед ним знак 20, ограничение. На ближайшем регулированном перекрестке повернем направо. Ага, понятно. Ну это как и в прошлый раз. Так, пешеходы. Здесь же у нас нерегулируемый перекресток, они могут выскочить. Ну все, ты так видишь, что они не выскочат? Могу и не увидеть. Значит. Так, подъезжаем на первую передачу к следующему полицейскому. Кстати, а вот здесь сейчас я видел знак, он 20-ка так и есть. Уже дальше идет. До перекрестка идет. Да, до перекрестка идет 20. Ну, пока, ладно, до экзамена. Едем побыстрее. Чтобы не издеваться над водителем. А на экзаменах. А зачем этот знак тут стоит? Не тогда? Знаю. А на это вот для таких вот случаев, чтобы завалить на экзамене. Регулируемый перекресток. У меня тоже первая мысль была такая, что чтобы завалить. Регулируемый перекресток, едем направо. Направо. Здесь уже можно включить. А стоп, это у нас. Это у нас перекресток, да. Самый настоящий. Угу. Так, быстрее.
повезло с этим самым в правую половинку. Газку и уходим с перекрестка как можно быстрее. Переходим на вторую. Машину не задеть. На ближайшем перекрестке направо. Вижу перекресток, это главная дорога, значит, сейчас будет здесь. А нет, это просто напоминание. Так, пешеходы. Блин, за сколько, за всем очень большое. Очень много зачем надо сразу следить. Так, вот это у нас перекресток. Мы поворачиваем направо. Мы выезжаем. Мы тут должны всем уступить. Если у нас будет, мы едем по второстепенке. Карман. Тем более еще будет карман. Пешеходов нет. Оцениваю ситуацию. Вроде никого. Да, здесь кармашек. Точно попадает карман. Карман и попал. Сзади никого. Включаю поворотник и ухожу с этого кармана. Выбираем место для развода. О, а вот это уже сложнее. Я еще не делал разворотов. Так, да, дай-ка это. Давай сделаем от обычной. Покажи правый поворот. Я включил первую передачу. Так, отъезжаешь. Ага. И потом ставишь первую. Стоп. Ага, включаю поворотник другой. Смотри, еще раз напоминаю. Первая передача. Слушай, я тут развернусь. Дороги не должна быть с сплошной линией, нету? Ну тут вообще никакой линии нет. Значит, нету. Дорога должна быть двухполосной, не больше. А, этот вот, если с обочины разворачиваешься, двухполосная, не больше. Да. Угу. Там 100 метров видимости должно быть. Да, вперед и назад, это я помню. И еще, ширина обочины должна быть здесь с машину и там, желательно, с машины. Угу. Дорогая, как бы, чтобы тебе хватило разворота. Угу. Ну все, вот условия все сошлись, теперь давай выбираем момент для разворота. Да. А можно, я руль сразу выверну? Так, не до конца. Немножко даже еще вот так вот сделаю. Ага. Так, ну спереди пропускаем красное такси. Сзади две машины. Нет, не две. Нет, две. Одна. Ну, теперь одна. Газ держи. Газу больше. Смотри, вот он тебя догоняет, все, создал помех. Видишь? Где вторая? Это долго. А мы сейчас куда? Прямо. У нас главное. Девочку видишь слева? Вижу. Остановились, первая девочка прошла. У нас, так и пошла, ты тут же поехал. У нас главное. Я, ребятки, сейчас вам уступлю, я быстро проеду переход, больше пешеходов нет. Берем место для разворота. Так, ну, в принципе, здесь. Смотри сначала. Зарановато включил, могут подумать, что я поворачиваю туда. Пошли прямо. Так, когда твои действия не понял, что ты хочешь делать? Как ты хотел разворачиваться? Я хотел вот чуть-чуть подальше проехать и вот там развернуться, там еще прилегающая территория поможет. Нет? Если это обочины, можно. Но тогда ты рано более свернул на обочину. Я вообще-то подумал, что ты сейчас задом вот туда, во двор приедешь. А, нет, когда ты здесь приехал. У меня не было такой мысли. Нет, такой мысли не было. Тогда свернул на обочину слишком рано. Сейчас у тебя просто езда по обочине будет, что запрещено. Идешь по дороге, потом заворачиваешь сюда, и тогда от обочины можно здесь развернуться в этом случае. А если бы мы поворачивали, то... А, слушай, а... нет, сейчас я уже не смогу. Сейчас все равно сдаваться надо. Езда по обочине будет. Так, не надо. Ладно, давай нарушим правила, проедь, чтобы просто хотя бы посмотреть, как это происходит. Угу. Стой. Машина здесь слева. Она как раз сюда идет тоже. Вот он, наверное, она идет на разворот. Вот она идет правильно на разворот. Да, вот это правильно. То есть она с дороги повернула? Ну, ясно. Будем понимать. Подожди, она остановилась или что? А, она совсем остановилась. Ладно, давай, я сейчас подожди.
тогда что? Я выключу камеру, уберу ее. Вот, ребята, примерно так. Не знаю, что там у меня получится. Все, теперь не за съемок. Будем учиться дальше.